Друзья, всем привет! Рада. Какие же цены у нас в этом году, в 2023, на продукты питания? Картофель 29 рублей. Кстати, такой вот довольно-таки хороший я себе домой купила. Морковь весовая также 29. Посмотрите, какая крупная, хорошая. Мытая 52. Редис красный 119. Лук 39. Свекла 34. Лук также хороший, привоз, все свежее. Капуста белокочанная 20 рублей. Китайская 119. Тыква 79. Такая. Чеснок 25 рублей за 100 грамм. Фасованный 49. Огурчики 79 и 179 в лотке. А мне вот эти нравятся, по 144, желтенькие. Я их очень люблю, беру постоянно. Так, вот такие цены на веточки. 189 черри. 129 вот эти. 174 коктейльные. Такие томаты 129. Огурцы среднеплодные 199. Розовые томаты 249, лимоны 119, мандарины 128, апельсины 99, хорошие такие. Сейчас я возьму апельсин. Гранаты по акции по 149 рублей. Извиняюсь за голос, мы болели с Антоном на празднике все новогодние, до сих пор еще не могу в себя прийти, еще кашель остался. Киви 119, болели гриппом, тяжело, температура больше 39 была и долго держалась. Так, манго 28 рублей за 100 грамм цена. Бананы по 98, кстати, такие хорошие, спелые. Виноград 299, красный 279. Груши вкусные, конференц по акции по 169 рублей. Вот это свити я попробовала, кстати, 199 рублей, дорого. Не знаю даже, с чем вам сравнить вкус. И не апельсин, и не грейпфрут. Вкусный такой, рекомендую попробовать, но дорого очень, 199 рублей. Яблочки сезонные по 69 можно взять. Голден 99, вот такие желтенькие. Так, 61 фасованный. Грэнни 109. Шампиньоны по акции 400 грамм 109 рублей, зелень 59, капуста квашеная 89 ведро, лук зеленый 69, 49, а петрушка 39, салат листовой 69, горшочки, и за 99 вот этот вот такой. Охлажденка в наличии, тушка цыпленка 131, первый сорт, азу индейки 179, филе бедра 199, голень куриная 179, филе куриное 266, бедро 159, так, голень есть и по 199, филе 329, вот это бройлер ярославский. Печень 129, шеи по 102 рубля. Ну и здесь также все в наличии, всего хватает. Сахар в наличии, помните, как хватали, когда ажиотаж был с сахаром? 55 рублей, кстати, сахар. Вот этот белый, обычный, такой 75. Тростниковый 109. А мне вот этот хлеб понравился, яблочный Спас. 49-46 рублей он стоит, ароматный, вот этот ароматный, он со специями. Так, черный хлеб 22 рубля половинка, по красной цене 16 рублей, что-то он такой дешевый, что ли, по 16 рублей булка, но я такой не беру. Славянский 49, вот этот 49 тоже, я вот такой обычно беру. Сметана 112, вот это, вот такая 109 рублей, Великий Устюг 84 по акции,
Молочанка 119. Простоквашино 99. Так, это наша вологодская продукция. Вот эта сметана 62. Это тоже наша вологодская. Так, сырочки по 39, по 35. Творог, вологжанка 54. Вот эти трубочки мы иногда берем с Антоном. Так, ну что, друзья, на молочко цены 64 рубля. Я взяла вот такое шекснинское. Попробую, сделаю себе с медом молоко на ночь. Горячее, теплое такое, от кашля. Тут раз мне при коронавирусе помогло. Вот такое молоко 61, кефир 59, 52, по 39 кефир. 38 даже есть вологодский. Сравнивайте цены со своими регионами. И вот такое молочко 69, 3,2. Ряженка 52 рубля. Искала масло сливочное, его переставили, перестановка небольшая. Вот такое 229 рублей. Это наша вологодская 213 и 189 из Вологды. Майонез 124, Махеев 92, 74, провансаль вот такой 129. Яйцо куриное 77 рублей. Селяночка отборная, очень хорошая, вкусная. Первой категории 69, 89, вот такие отборные. 82 первой категории. 52. Домашние яйца у нас. Есть люди, у которых курочки. Домашние яйца по 100 рублей за десяток у нас в поселке продают. А вот это вологодская 92. Что, друзья, прокладки тоже на месте. 59 рублей вот эти бюджетные с сеточкой. Но многим, я знаю, нравится Котекс. Они сейчас тоже по акции. 249, 139. Маленькая упаковка. Такие вот цены. Ну что, будем закругляться? Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Всем всего доброго. Ждите наше новое видео.